Я бы хотела обратить ваше внимание на другую очень важную сферу автоматической обработки текстов, которая сейчас вроде бы как бы менее заметна. Это насколько важны знания, knowledge в автоматической обработке текстов. Сейчас еще минуточку. Как мы обращаем сейчас? Вроде бы. Ага. Вот. Итак, о чем, собственно, идет речь? Это знание о лексике, о словах, о связях между словами, то, что называется лексические отношения. И такое наиболее известное воплощение этого подхода – это так называемый тезаурус WordNet. Очень известный, в частности, ресурс, называемый ImageNet, то есть то, на чем обучаются все современные системы распознавания образов. Вот это как раз ImageNet, и это набор картинок, который собран именно над WordNet. И второй момент, который вот важно здесь упомянуть, это когда мы находимся в конкретных предметных областях, то у нас тоже возникает некая необходимость в знаниях о предметной области, которые должны быть тоже каким-то образом записаны. Ну и вот здесь я привожу пример, что, например, в медицине, в биологии есть создано большое количество ресурсов. Они изначально не создавались для автоматической обработки текстов, но просто хотя бы для того, чтобы как-то закодировать вот эту медицинскую и биологическую информацию. Ну, вот здесь вот перечислены некоторые онтологии генов, MESH – это Medical Subgene Headings и так далее. Особенность, если мы хотим делать какие-то ресурсы и ощущаем в этом необходимость, допустим, то неприятное следствие всего этого заключается в том, что современные ресурсы должны быть сверхбольшими, да, потому что у нас big data, большие данные, большие текстовые данные. И, соответственно, чтобы наши ресурсы были хоть сколько-нибудь пригодны в работе, в приложениях, они тоже должны быть большие. Итак, что бы я хотела сегодня осветить в своем докладе? Во-первых, ну, посмотреть на чуть-чуть более подробнее, да, чем вот я в этом первом слайде сделала, на, собственно, ресурсы, их единицы, что там вообще говоря есть, поскольку, ну, наверное, здесь специалисты достаточно разные, может быть, не все занимались обработкой текстов. Также почему может не хватать, если ресурсы такие хорошие или они важны, почему их недостаточно. Второй момент. Наша группа достаточно много занимается созданием различных ресурсов для автоматической обработки текстов. Ну вот, в частности, как раз опишу немножко нашу работу, то есть и скажу также, что есть для русского языка. Раз мы говорим, что ресурсы могут быть полезны, тогда возникает вопрос автоматического пополнения, создания таких ресурсов. И здесь я расскажу, насколько какие сейчас достижения по последним проведенным тестированиям, насколько современные подходы могут создавать ресурсы человеческого качества. Ну и немножко объявлю некое новое тестирование для русского языка, которое вот будет объявлено, ну, надеюсь, что все-таки до Нового года. Итак, мы, конечно, слышим отовсюду про глубокое обучение. Но вот как раз такой вот титульный ресурс типа WordNet, конечно, он упоминается в литературе реже, чем Deep Learning, но Deep Learning значительно шире, да, но тем не менее, ну вот я нашла в интернете такую картинку, насколько растет упоминаемость WordNet, ресурса WordNet каждый год. Ну вот у них было до 2016 года, но вот я проверила, что в 2018 году Google Scholar 8900 ссылок, то есть линия, вот эта линия, этот график продолжает расти, потому что на момент 2016 года здесь было меньше 7000 ссылок в год. Это продолжает расти. Что вот мы
подразумеваем, когда говорим вот о ресурсах, которые вот таких как бы ресурсах с лексическими отношениями, отношениями предметной области, что у нас обычно подразумевается. Ну вот посмотрим сначала на лексический ресурс. То есть здесь у нас что? Во-первых, если мы работаем с текстами, то у нас, естественно, мы можем ожидать, что будут разные значения. Как раз вот WordNet показывает нам это реальный интерфейс тезауруса WordNet. Я задала в интерфейс слово «кошка», и WordNet показывает мне, что вот найдено сколько-то там 6, по крайней мере, 6 значений. Мы можем, может быть, не согласиться, что со всеми этими значениями, что их может быть многовато, например, что для нашей задачи там, и какого-то корпуса нужно будет поменьше значений, но тем не менее обычно то, с чем мы имеем дело, это то, что значительная доля, может быть, тех слов, которые нам придется как бы работать в тексте, они будут с разными значениями. Дальше, что обычно подразумевается, когда создаются вот такие лексические и предметно-ориентированные ресурсы, что будут описаны отношения. Вот здесь показано отношение для кошки. Ну, это подвиды. То есть вот когда лексические отношения, они обычно называются отношениями гипоним-гипероним. То есть гипоним, естественно, к чему-то нижестоящему, гипероним к вышестоящему. То есть получается такая некоторая система отношений. И мы, начиная от самых конкретных уровней, можем двигаться все более-более абстрактным уровнем. И если система хорошая и правильно выстроена, да, то получается, что мы можем как бы от, не знаю, от маленького там, как котенка или персидской кошки там, дойти до живого организма, и эта вся цепочка будет совершенно правильная. То есть как раз здесь возникает понятие таксономии, да, когда у нас не просто интересует конкретные отношения, что тоже, в общем, важно, да, но чтобы они были все достаточно правильные, да, чтобы мы, пройдя по этим отношениям, а как раз отношения гипоним-гипероним, ну, или в онтологиях это называется класс под класс, ну, есть различия, но приблизительно это одно и то же, да, чтобы, двигаясь от самых конкретных листов, да, этой таксономии к более абстрактным уровням, чтобы все-таки это некое ощущение правильности сохранялось. Поэтому в принципе, в ручных ресурсах люди борются за то, чтобы каждое отношение было мотивировано, объяснено, чтобы не получалось каких-то странных переходов, ну, вот, когда мы идем по этим отношениям. Ну да, и, собственно, я это объявила, что таксономия. Таксономия – это когда мы действительно выделили большое количество вот таких родовидовых отношений, если вот по-русски это сказать, да, вот, или гипоним, гипероним вот, в лексических ресурсах. И вот они от самых конкретных здесь вот овощей движутся к все более и более общим уровням, и создается такой как бы каркас предметной области, да, и это здорово, если мы, ну вот все, кто работал в каких-то, с обработкой текстов в предметных областях, в общем-то, когда известно, как устроена область, что на что делится, то, в общем-то, это может помочь в различных задачах. Ну, собственно, таксономия. Получается, что таксономия, она состоит из большого количества вот этих вот выделенных, хотелось бы достаточно хорошо выделенных отношений, родовидовых отношений. А зачем вообще нам нужны вот эти отношения в приложениях? Ну, вот здесь вот показаны некоторые примеры, что мы можем делать некоторые полезные выводы. То есть, если разрешены домашние питомцы, да, то значит разрешены собаки. Если ресторан в Японии, мы можем сделать вывод, что ресторан в Азии. Но и это гарантируется тем, что между словами значит, домашний питомец, собака, Япония, Азия есть соответствующие отношения. То есть в первом случае это как раз родовидовое отношение, а холоним – это отношение целого, да, часть целая. То есть если мы знаем, что Япония – это часть Азии, то мы, соответственно, можем сделать вывод, что если ресторан в Японии, то значит он в Азии. Но если мы знаем, что мы не можем сделать вывод, что если ресторан в Японии, то он в Китае,
Да, потому что здесь, ну, из наших общих знаний мы понимаем, что совершенно разные две страны. И как раз лексические ресурсы дают нам эту возможность, да, что нет отношения, часть целого, нет никаких отношений, это разные расположения, и это мы таких выводов сделать не можем. Также отношение антонима, то есть хороший, плохой, по контекстам, да, вот нам рассказывали про имбиллинги, хороший, плохой, они встречаются в очень похожих контекстах. Но если мы ищем что-то хорошее, это не означает, что мы ищем что-то плохое, да, то есть это совершенно разные отношения. Также очень важны сейчас, да, вопросно-ответные системы, чат-боты, но вот здесь вот получается, что, например, вопрос, кто, как, когда Дональд Трамп посетил Алабаму, и ответ может содержать некий Хансвилл или Миссисипи. Ну вот если кто-то, если, как говорится, известно, что какой-то город находится в штате Алабама, это правильный ответ. А если это другой штат, то это ответ уже неправильный. И опять же, ресурсы нам дают, значит, простой ответ на это. Также очень, ну, продолжим тему диалогов, тоже важно понимание того, что пользователь хотел, и если он просит, значит, дешевый паб на Востоке, на, да, Востоке, не стоит предлагать ему дорогой ресторан на Западе, да, потому что, хотя каждое из этих слов, они вот по каким-то там корпусам, может оказаться, что они достаточно близки друг к другу, но отношения совершенно противоположны. Ну и также примеры все на то же. Я уже сказала про ImageNet. Вот выглядело это таким образом. Это картинка, собственно говоря, с ImageNet. То есть вот кошечки, тигры, это как раз вот эти вот наборы синонимов, значений, да, из WordNet, на которые навешивается большое количество картинок разнообразных. И вот на этом как раз множестве первые, да и сейчас современные архитектуры для вот, распознавания образов тестируются и улучшают, показывают, что значит, качество их растет. Теперь, ну, раз ресурсы такие хорошие, то что нам не хватает? Ну, предположим, что мы что-то вложили, сделали, значит, с чем мы встретимся? Ну, во-первых, обычно такие ресурсы не содержат, ну, всего количества именованных сущностей, которые бы могли бы полезно быть. Вот, то есть, конечно, география российская, международная, можно куда-то записать, но вдруг нам будут вот для нашего проекта интересны какие-то конкретные фамилии, какие-то организации, их нет возможности все держать в таком ресурсе общего назначения, то есть понятно, что как-то надо добавлять. Всегда, второе, всегда добавляют, появляются какие-то новые слова, выражения, мир постоянно меняется, что-то происходит, да, и, ну, например, естественно, что сейчас компьютерная область развивается, и то, что раньше было, ну, каким-то, относилось к компьютерной области, сейчас становится, там, какие-то виджеты, это становится, в общем, частью повседневной жизни многих людей, просто потому, что они, там, работают с этим, организуют какие-то, значит, представления своей деятельности и так далее. В предметной области, если мы возьмем что-то общее и перейдем в предметную область, конечно, мы должны добавить свои какие-то понятия конкретной нашей области. То есть мы должны настроиться, да, даже если что-то есть большое и хорошее, мы должны доделать, и мы верим, мы хотим, да, что вот это вот нам будет полезно, мы должны это достроить. И получается, что вот нам нужна вот такая адаптация, достройка, доделка. И да, и все это есть в тех корпусах, которые, ну вот, например, в тех корпусах, которые вот мы, например, собираем для решения нашей задачи. И тогда возникает вопрос, а может быть, просто можно обойтись корпусами? Может быть, все можно извлечь из корпусов, и не нужно делать никаких вот таких вот каких-то сложных ресурсов. Ну, действительно, вот в предыдущем докладе, и думаю, что многие знают, что вот действительно с 2013 года произошла такая революция, когда стало очень удобно представлять слова и другие фрагменты текста в виде векторов,
Нужно сказать, что работы в векторном представлении слов, конечно, были и до этого времени, но вот именно с 2013 года это стало очень удобно, стало очень эффективно. И особенность получаемых представлений, что за счет того, что обрабатываются большие текстовые корпуса, действительно получается, что слова с похожими значениями, да, появляются в похожих контекстах, и вот эти обученные модели представляют их векторами похожими, и таким образом вот получается, что что-то такое, что близкие по смыслу слова, они располагаются в близких областях пространства. Ну вот посмотрим, это обработка русского корпуса, да, я специально беру слова, которые как раз-таки не очень частотные. Что-то мы видим, что очень симпатично. Вот что такое месседж. Нам, наверное, иногда трудно объяснить, что это такое, но месседж — это там как раз корпус нам говорит, это посыл, это тезис, да, вот мы можем, наверное, даже согласиться, что это вот что-то в этом направлении. Ну вот, а вот какое-то сдавление, да, ну вот это что-то такое, да, похоже на сдавливание, да. Ну вот вдруг появляется слово «спинной». Вот. Ну ладно, может быть, мы можем это отбросить, ну, прилагательное, да. Ну вот сифон, он больше всего похож на взбивание или на микроволновку, а братание больше всего похоже на братоубийство. Вот. Конечно, здесь мы можем увидеть, что уже невысокий, то есть модель не нашла на самом деле более хороших близких слов, поэтому вот здесь вот у нее получилось такое вот достаточно низкое значение. Ну вот видите, последующий монархизм, да, и коллаборационизм, и в общем видно, что все, уже это вот как-то тяжеловато модель случилась. То есть что у нас получается, что, во-первых, конечно, да, современные представления слов, даже если не брать контекстные, потому что нас, в принципе, здесь не интересуют контекстные представления, нам нужно именно представление в целом получить о слове, они, конечно, сходство улавливают, но два момента неприятных, да, что тип отношения они нам не сообщают. То есть мы видели братание, братоубийство, это скорее, да, у нас как антонимы идут, хороший, плохой, очень часто появляются как наилучшие, близкие вот в этом пространстве друг к другу. Вот, то есть есть много работ интересных, которые пытаются воспроизвести тип отношений, но тем не менее все-таки базовые вот эти архитектуры, они не могут выявить такой смысл, какое, собственно, семантическое отношение здесь есть. И второй момент, что в любой момент, вот как в конце с этим братоубийством, может оказаться, что вообще как-то что-то пошло не так, и у нас выдается ну, непонятно какие слова. То есть когда уже сходство не очень высокое, там может ну, происходить все что угодно. Вот. Поэтому получается, что ну, два момента. Во-первых, может быть, нам, то есть, если ресурсы существуют, их можно сделать, да, ну, то есть нужно помогать, чтобы ну, как бы были автоматические методы, которые их помогают их поддерживать, потому что, конечно, работа тяжелая. Вот. И ну вот и, собственно, вопрос заключается в том, что насколько современные методы помогают это делать. Еще, прежде чем я перейду к следующей части своего доклада, еще я хотела обратить ваше внимание на еще одно направление исследований, когда исследователи пытаются объединить вот существующий ресурс и в посчитанные векторные представления в некоторое единое представление, да, чтобы можно было учесть и то, и другое. Ну, в частности, это одна из очень известных статей, тоже, от которой пошел вот тоже такое некое направление исследований, которое пытается сделать следующее, что есть, опять же, WordNet, который описывает близкие слова, ну, типа преподаватель, педагог, учитель, да, с другой стороны, есть посчитанные вектора, которые получены на корпусе, может быть, они получились не очень удачными, и тогда модель пытается сблизить, ну, то есть, по возможности сблизить
вектора близких слов, близость слова, вектора синонимов, то есть насколько это позволяет этим векторным пространствам. То есть она пытается вот учитель-ученик наоборот разделить, вот, а вектора, полученные из корпуса для вот этих вот как бы синонимов, пытается сблизить и так, чтобы, в общем-то, достичь некоторого такого, ну, то есть перевести в другое пространство, где были бы учтены знания о синонимах и гипонимах. Ну, вот это один пример исследований, которое началось. Вот еще пример. Это победители, значит, 16-й год. Дорожка в вот этой известной конференции CMOVAL. Победители как раз задания определения сходства текстов, они сказали, что им пришлось в нейронную сеть подключать, вот они рекурсивные аутоэнкодеры использовали, им пришлось подключать WordNet дополнительно, ну, специфическая технология, не буду рассказывать, она очень специфична для этой задачи. Потому что они сказали, что некоторые очевидные близкие слова по смыслу, ну, как леди и женщина, вдруг оказались достаточно далеко в том пространстве, которое они в, как бы выучили нейронной сетью, и им пришлось потом обратно, вот как бы с помощью WordNet, значит, это некоторые проблемы, значит, корректировать. То есть вот еще одно исследование, что если у нас есть, да, два таких источника близости, то мы можем попытаться их различными способами как бы скомбинировать, чтобы получить некое лучшее решение. Вот. Итак, такая ситуация с ресурсами, с векторными представлениями и вот с комбинированными техниками. Теперь я расскажу, что мы сами делаем, что вообще можно делать, да, какая-то конкретная группа, что она может сделать. Ну вот, в частности, наша группа известна тем, что мы создали большое количество именно вот таких лексических ресурсов и ресурсов предметной области. Ну, в частности, у нас есть тезаурус Рутес, который частично опубликован, в принципе, можно получить и для, попробовать для своих каких-то приложений, называется Rutes Lite. Вот, также мы сделали некий аналог. Rutes Lite — это не совсем в формате вот известного вот WordNet, поэтому, ну, мы сначала опубликовали вот этот Rutes Lite, но люди стали говорить, а где же русский WordNet? Ну, хотим русский WordNet. Ну, тогда мы из нашего же ресурса с автоматизированными методами, значит, сделали как раз RuWordNet, русский WordNet, который действительно сделан уже в соответствии с принципами, значит, вот этого известного ресурса WordNet. Вот. И оба этих таких тезауруса, они доступны, могут быть получены. А также из интересного мы сделали, но тут еще не было никаких публикаций, это антология по естественным наукам и технологиям, то есть это тоже вот громадный набор научных понятий с синонимами, с вариантами, значениями и вот с описанными семантическими отношениями. И еще в области безопасности, security source, это компьютерная безопасность, это всякий терроризм, преступность и так далее. Вот сделан отдельный блок, связанный с, значит, описанием понятий и отношений между ними. Ну вот наша картинка, то есть есть здесь некоторые общие знания, типа создать, увеличить, уменьшить, есть... И здесь все это описано в отношениях, синонимах, значениях и так далее. Есть блок общественно-политических тезаурусов, это то есть ну, виды политических партий, парламенты, промышленность. То есть это все, чем живет современное общество, спорт, искусство. Вот это такое вот описание всего этого. И дальше вот отсюда начинаются всякие... такие предметно-ориентированные ресурсы. Ну, вот еще несколько показано, которые тоже были сделаны в разных проектах. Ну, покажу, как это выглядит. Ну, немножко старый интерфейс, сейчас новый, но вот это как раз компьютерная безопасность, вот это вот список понятий, ну,
атака на уязвимость, атака нулевого дня, атака отказа обслуживания, курсор стоит на атаке нулевого дня. Это разные варианты, как это можно сказать в тексте. Так. И связь идет к новым уязвимости и как это говорится в тексте. Ну, просто чтобы дать представление, как вот это делается. Отношения несколько другие, чем в Варнете, но тем не менее вот мы видим, опять же, наборы синонимов вариантов. Ну, также, если есть значения, то они уходят в к разным таким вот синонимическим рядам. Также скажу, как мы это используем. Достаточно, ну, основные наши интересы – это текстовая аналитика, да, то есть такие большие информационно-аналитические системы, в которых важно знать, когда мы что-то ищем, пытаемся найти, но нужно знать как раз отношения между всякими словами, понятиями, чтобы можно было искать не только по конкретному слову, но и каким-то подвидам, частям и так далее. Ну вот несколько проектов, ну, в частности, одна из систем обработки, классификация текстов стоит в Центральном банке Российской Федерации. Скажу немножко про классификацию, про тематическую классификацию текстов. Ну, все, наверное, понимают, что классификация текстов – это одна из таких базовых задач, да, машинного обучения, глубокого обучения и так далее. И вы можете мне сразу задать вопрос, как это так, вдруг какие-то ресурсы и возникает задача классификации. Проблема в том, что далеко не всегда в больших проектах заказчик готов дать хоть какую-то обучающую выборку для того, чтобы мы что-то обучали. Да, то есть, например, вот Центральный банк в мае сказал, что они хотят добавить в течение 2 месяцев 200 новых категорий к классификатору на 150 категорий. Они получили эти заказы с регионов, и никто, соответственно, не собирается вам делать никакую обучающую выборку совсем. Вот. Как может помочь здесь как раз вот такая вот база знаний, скажем так, лексических и предметно ориентированных? Если мы все хорошо организовали в такую вот сеть отношений, род, вид, часть, целое, то что мы можем делать? Мы можем использовать очень старый, как говорится, известный подход, когда тематическая категория описывается с помощью, ну, какого-то булевского выражения, что, например, если ты хочешь классифицировать по теме экологии, то ты должен либо найти свалки, либо загрязнение воздуха, либо там, ну, вот такое получается большое выражение, как бы ты описал проблемы экологии, да? В чем здесь преимущество, важность такого ресурса, который вот, например, который создан большой, с иерархией и так далее? Большой ресурс позволяет делать следующее. Он позволяет вот это вот выражение описывать на очень высоком уровне. То есть, ну, вот здесь вот у меня как раз показано, что мы ручками описываем, что это и что-то или и так далее. Затем нажимается кнопочка, и до самого конкретного листочка, да, до конкретного какого-то синонима слова, все это расширяется по иерархии, и мы описали, использовав 10 понятий, а это расширилось на десятки тысяч слов и выражений. Вот в чем здесь особенность применения таких вот больших ресурсов классификации, да, что мы знания копим заранее в форме ресурса, а не в форме корпуса, да, но зато тогда нам не нужно обучающий выбор. Вот. То есть, ну вот оценка, здесь написано, что добавить 200 категорий к существующей системе 150 категорий ориентировочно заняло 50 человеко-часов за счет того, что вот много знаний было просто собрано заранее. Вот. Ну и немножко, конечно, скорректировано под эту задачу, но тем не менее. Вот. Что касается, еще раз, последний здесь вот блок про ресурсы, и дальше перейду как раз к извлечению. Какая обстановка у нас, немножко про историю русских варднетов, да, то есть действительно англоязычный варднет был
опубликован где-то в 95-м году. Сразу же это привело к тому, что многие, значит, исследователи многих стран стали создавать такие ресурсы для своих языков, что у нас в России было, ну, во-первых, было два проекта, связанных с прямым переводом. Да, то есть одна из идей, если есть ресурс, который построен для какого-то языка, может быть, имеет смысл это перевести, и уже будет что-то приличное уже для другого языка. Ну вот здесь вот, кстати, в Новосибирске группа людей делала вот ресурс, который до сих пор лежит на Wordnet.ru. Вот, но они очень простым методом это все перевели и даже совсем никак не исправляли, не подправляли. И на самом деле использовать это совершенно нельзя. То есть, ну, вот этот ресурс можно обнаружить до сих пор. Также было две группы, ну, вот одна группа, которая филологов, которые строили все с нуля. Ну, вот как-то где-то в 2008 году последняя публикация. Еще проект был, который пытались людей созвать, краудсорсинг, да, чтобы люди приходили, вставляли свои синонимы. Вот. Но оказалось, что все-таки для обычного человека это слишком тяжелая работа, все делают кто во что горазд, и, в общем, никакой стройной системы не получается. Вот. Мы параллельно всему этому строили как раз наши ресурсы, которые нам казалось удобнее как раз для разных предметных областей. Но когда стало ясно, что вот люди хотят русский Wordnet, вот были сделаны усилия, которые из наших данных, наших ресурсов мы опубликовали вот русский Wordnet. Как это выглядит? Русский Wordnet сейчас включает 115 тысяч слов и выражений, то есть это в XML-ке все можно получить и посмотреть, как это устроено. Одна из таких важных разделений, которые нам пришлось преодолеть, что в нашем исходном ресурсе не было деления по частям речи, то есть это была единая такая сеть. Ну, а в Wordnet-ах требуется, чтобы была сеть существительных, прилагательных и глаголов. Ну, вот это было сделано, разделено. И, ну, там еще несколько таких вот, ну, таких существенных различий, но не будем их обсуждать. Ну, пример такой, что вот опять же это уже мы находимся в интерфейсе русского Wordnet, мы задаем слово «кошка», нам говорят, что есть три значения кошки, как кошка, как вообще как кошачий, ну вот дикая кошка, да, как домашняя кошка и кошка как инструмент для лазанья. И дальше начинается один синсет, однокоренные слова, это ссылка на сеть прилагательных, например, гиперонимы, гипонимы и так далее. Вот, в общем, схожим образом, как в Wordnet-ах принято. Теперь, хорошо, значит, вот есть некоторые такие человеческие усилия, понятно, что большие, когда нужно создавать вот эти вот сети, да, синонимы, значения, плюс вот еще устанавливать правильные отношение гипоним гипероним. Значит, возникает вопрос, очень многие, действительно много публикаций по автоматическому извлечению отношений. Вот какой же современный уровень? Насколько современные прекрасные технологии сейчас дают возможность извлекать вот такого рода отношения из текстов? Ну, во-первых, что мы можем... Да. Какие методы вот, основные можно назвать для извлечения отношений из текста? Ну, первое. Мы можем применять так называемые шаблоны. Да? Если нам сказано, что X – это Y, да, что стул – это мебель, на которой сидят, вот, то это очень хороший явный знак. Или береза ели другие деревья, то это очень хороший знак, чтобы извлечь вот эти отношения. Значит, проблема с отношениями на основе шаблонов связано с тем, что далеко не все слова в нашем корпусе, какой бы мы корпус ни набрали, все равно не все слова попадут вот в такие шаблоны. То есть полнота очень низкая.
А второй момент, что вот как раз на основе векторных представлений слов. То есть делается представление слов, и затем делаются некоторые операции между ними или какой-нибудь классификатор обучается, чтобы предсказывать, есть ли отношение между с вот этими векторными представлениями, есть ли отношение гипоним-гипероним. Немножко подробнее про это. Ну, вот уже было сказано, да, типичные образцы x и другие y, x это y, y включающий, включая x. Также можно брать это просто как шаблоны линейные, то есть чтобы там регулярное выражение писать, можно делать над синтаксическим деревом, чтобы можно было, ну, как бы более дальние связи учитывать. Есть серия работ, которая продолжает, обобщает эти шаблоны. Вот здесь вот всякие обобщенные пути, чтобы можно было, вот, чтобы здесь описывается, что может вставиться какое-то дополнительное слово. То есть вот, да, есть вот одна такая линия шаблоны, но какой бы обобщенный шаблон ни был, все-таки некоторые слова никогда, значительная доля слов, которые находятся между собой в отношении гипоним-гипероним, никогда не встретятся в таких вот, ну, как показывает практика, они не встречаются, тем не менее, в таких вот шаблонах. Ну, здесь вот одно из последних достижений изображено. Это Best Paper Award на ACL 2016, когда вот группа авторов, они... Это, наверное, лучшее достижение именно вот этого шаблона, когда для шаблонов ищет, строятся еще векторные представления фрагментов синтаксического дерева. То есть, в общем, наиболее оптимально обобщенный вот такой шаблон. Вот авторы там добились некоторого улучшения по сравнению с предыдущими подходами на основе шаблона. Вот одна линия шаблона. Да? Второй момент. Хорошо. Вот представление на... попытка предсказать гипонимы, гиперонимы на основе вот векторных представлений слов. Значит, одно из, казалось бы, успешных тоже решений где-то уровня 12-14 год было основано на следующем. То есть... брались два вектора, значит, вектор двух слов, которые мы предполагали проверить, гипоним они или гипероним, или вообще что-то другое. Из них делалась некая такая комбинация, например, конкатенация или вычитание поэлементное, да, и затем обучался классификатор, например, метод оборных векторов, чтобы предсказывать вот это, есть ли там отношения или нет. Такая вот классическая задача классификации на два класса. Вот. И на некоторых наборах данных они показывали, что качество предсказания наличия отношений уже около 70%. То есть очень, очень, казалось бы, приличным. Вот. Однако в дальнейшем оказалось, что все это не так просто. Некоторые авторы потом задались вопросом, а чему учится вот этот вот классификатор, который предсказывает отношения. И выяснилось на самом деле, что классификатор учится очень интересные вещи. Он просто учится тому, что есть типовые гиперонимы. Ну, например, животное – это гипероним для большого количества разных подклассов, подвидов. Оно часто фигурирует в виде гиперонима, и оказывается, вот этот классификатор учит именно вот это, то, что животное хорошо подставлять в различные... Ну, то есть, если есть хоть какая-то возможность, да, что вот хоть как-то наше слово похоже на животное, то его можно подставлять. То есть это называется, вот работа 15-го года пишет про lexical memorization. То есть значимая часть вот этих результатов была получена за счет того, что модель просто запоминала, что вот этот animal очень часто фигурирует в виде вот этих вот пар хорошего гиперонима. Вот, значит, вот работа 16-го года, что методы дают только вот некоторую априорную оценку того, что, насколько X и Y являются хорошими гипонимами и гиперонимами.
Дальше. Еще один важный момент связан с тем, как мы тестируем. То есть мы, чтобы что-то проверить, да, мы должны организовать тестирование, подготовить данные. Так вот, до некоторого времени были опубликованы наборы данных для тестирования, извлечения этих отношений гипоним-гипероним, которые были характерны следующим, что позитивных там 880, негативных там 2060. Но в жизни, если мы реально пришли в реальный корпус, да, и хотим из всего множества слов, которые мы видим, и хотим определить, какие слова связаны отношением гипоним-гипероним, у нас получается, что позитивных примеров-то очень мало. Да, и если мы вот так вот перекашиваем, получается, что эти подготовленные наборы данных, они не слишком соответствуют той реальности, когда, если мы реально хотим извлекать отношения из сырого корпуса. Но только вот последний, да, 2014 года, вот здесь вот получается в 10 раз негативных примеров больше, чем позитивных, но это все равно не соответствует реальности, с которой мы встретимся, если мы возьмем все слова из корпуса и начнем как-то с ними работать. Поэтому это было осознанно вот где-то к 2018 как раз году, когда вот стали писать про то, что вот эти наборы данных недостаточны. И тогда в 2018 году было организовано новое тестирование, в котором было показано, которым была сменена постановка задачи на извлечение гиперонимов. Она сделана была по-другому в том смысле, что если раньше это была задача классификации, то сейчас люди ее изменили на задачу ранжирования. Да, то есть нужно было сделать следующее участникам. То есть дается корпус заданный, дается некое множество слов, для которых нужно предсказать гипероним. И из всего этого корпуса участники должны извлечь наилучшие гиперонимы. То есть задача действительно приблизилась к реальной постановке. Вот корпус, вот слова, например, которых у нас не было, которые мы хотим узнать, какие у них отношения, и мы хотим это получить. И мы хотим, чтобы, естественно, найденные гиперонимы среди кандидатов поднялись как можно выше к началу списка. Ну, вот они сделали тестирование для нескольких даже языков и для нескольких областей. Вот. То есть это задача ранжирования. Ну, это я, собственно, сказала, что участник должен представить упорядоченный список кандидатов, и применяются меры ранжирования, в которых нужно, как бы, они оценивают, насколько кандидат близок к началу списка. То есть это, мне кажется, очень реалистичная, правильная задача, постановка задачи. Значит, одна из интересных характеристик, которая была применена в этом тестировании, это называется МРР, MinRank, не знаю, как серединное слово произносится, мера связана с тем, что, значит, что тестирует мера. Мера показывает, на каком месте находится первый правильный ответ. Первый правильный ответ. И потом усредняет по всем заданным словам. То есть МРР. То есть если на первом месте, то это здорово, 1 единичка. Если на втором месте будет 1/2. Если на третьем, 1/3. Значит, лучший участник у нас получает, что вот этот МРР на общей области, вот в абстрактной области 30%. Это означает, что лучший гипероним извлекается в среднем на третьем месте. Это вот реальная пока ситуация такая, что современные методы не позволяют. Одна треть – это пока несравнимо с тем, что бы на это можно было бы положиться. Мне говорят, что у меня вышло время, но мне нужно буквально еще 2-3 минуты, чтобы сказать, какой был наилучший подход и что еще произошло дальше. Итак, какой подход был в 2018 году, собственно, кто они, победители? Они на самом деле предложили очень такой навороченный подход, в котором они использовали и
как раз шаблоны, это называется pass-based или pattern-based, это все то же самое. То есть вот опять мы видим когипонимы, гиперонимы, все это извлекалось из корпуса текстов. Второй момент, который они сделали, это вот еще один метод работы с векторным представлением, называется projection learning. Это речь идет о том, что есть предположение, что нужно подобрать хорошее преобразование линейное, да, чтобы из гипонима перевести в гипероним. Ну вот как здесь, что значит, вот эти креветки похожи там вот на этих прон, не знаю кто, так же как рыба похожа на... Ну то есть в разных частях вот такой вот иерархии некие похожие преобразования, которые переводят как бы из вектора гипонима в вектор гиперонима. Вот. И вот, собственно, они это матрицы обучали. Здесь мы видим множество современных подходов. Вот эта матрица учится, потом логистическая функция предсказывает, собственно говоря, есть там гипоним, гипероним или нет. Негативный сэмплинг, все очень такое современное. Здорово, но в 2019 году вот, на последней конференции ACL была опубликована работа, которая называлась Simple Approach to Hypernemic Extraction. И там базовый подход заключался в том, что для каждого слова, которому нужно было найти гипероним, что они делали? Ну, они делали, ну, естественно, были шаблоны, но те слова, для которых не нашли шаблоны, значит, что они делали? Они делали очень простецкую совершенно вещь. Они для каждого, значит, слова, для которого нужно было найти гипероним, они искали наиболее похожее слово в обучающей выборке и брали из них гиперонимы. То есть они, ну, такое специфичное обучение, ну, дали обучающую выборку, вот они и это делали. Итак, слово, берем ему самый похожий элемент обучающей выборки, к нему даны, естественно, если обучающие выборки даны, к нему гиперонимы. Гиперонимы забираем и выдаем в качестве ответа. Результаты. Ну, здесь показаны, да, результаты. Вот, собственно говоря, вот этот навороченный подход, первое место. Вот этот вот совершенно простецкий подход, связанный с сходством на обучающей выборке. А на конкретных областях они дали даже лучшие результаты. Вот. То есть какой вывод? Вывод такой, что, ну, еще много нужно делать, чтобы автоматизировать, да, что, может быть, еще все-таки построение, тестирование не такое идеальное, чтобы, раз вот такие совсем простые подходы, скопируй с обучающей выборки, и все у тебя будет уже неплохо. То есть кажется, что работы здесь еще очень много вот в этом направлении. Собственно, какие же методы позволят нам извлекать более надежно вот эти отношения. Это я, наверное, пропущу, поскольку времени нет. И последнее, что хотелось бы сказать. Вот сейчас мы подготавливаем новое тестирование для русского языка. То есть раз опубликован тезаурус, называем, ну вот этот TrueWordNet, то уже у нас сделано вручную, но не опубликовано, больший объем этого же тезауруса. И, соответственно, мы в ближайшее время объявляем тестирование, то есть опубликованы будут слова, существительные глаголы, для которых люди уже сделали вот эти вот отношения гиперонимов. А, собственно, участникам тестирования нужно будет угадать, предсказать эти отношения, ну, вот на основе корпуса. Корпус тоже выдается. Таким образом, выдается сам опубликованный вот этот TrueWordNet, выдается корпус, на котором все нужно искать, выдаются слова, для которых нужно найти гиперонимы, и у нас уже есть правильные ответы, они не опубликованы, и вот интересно можно будет понять, насколько, ну, вот в такой постановке системы могут предсказывать то, что делают люди. Вот.
Таким образом, ну вот мне хотелось вам показать, что все-таки большие ресурсы, значит, продолжают играть такую значимую роль в автоматической обработке текстов. Пока что возможности извлечения качественных отношений, сравнимых с человеческими, пока, ну, из корпусов пока что относительно низкие. Требуется, да, еще исследование. Ну и вот хотелось бы попробовать это на наших русских данных. Вот поэтому скоро будет рассылка, уже данные готовы, то есть надо уже все писать объявление и все. Все, спасибо за внимание.